Всем привет! Сейчас я вам покажу еще одно клевое упражнение, которое очищает легкие. Сейчас, в такое время, когда очень много вирусов, очень важно держать наши легкие в чистоте и заботиться о них, очищать. Так вот, это упражнение супер очищает легкие. Я его узнала из одного курса, который проходил. Значит, как он делается? Ноги наши не плеч. Мы будем скручивать позвоночник, захлёстывать руки со звуком «ха» на выдохе. Значит, это делается так. «Ха» – выдох, вздох, поворачиваемся. «Ха». И делаем с другой стороны. Скручиваться как можно больше, захлестывать себя руками и делать громко звук «ха» на выдохе. Делайте 10 раз вправо, 10 раз влево. Пауза, еще 10-10, пауза, еще 10-10.